Наконец-то мне дали шамана взять. Почему проебали-то? Парни, да это изи-катка. Но у меня сейчас опять будет некрофос, который 40 минут фармит, в итоге ничего сделать не может. Чё-то как-то... Ну, пессимистичный настрой на игру, дефолт. Да, я видел уже эту имбу. Ни разу в моей команде не было нормального некрофоса, блядь. Так может в тебе тогда дело? Ты главное покажи, как ты круто на пугне катаешь. Поиск виноватых до... Понимаете? Вот как нахуй человек пикает имбу? Называется фундаментальная ошибка Буца. Да, блять, алло, нахуй, профессионалы. Я тут, блядь, играю лучше каждого из вас в 5000 раз примерно, или в 6. Не тявкайте на батю, блядь. Вижу ничего. Какой? Я больно. Блин. Какой? Ладно, я в принципе нормально себя чувствую. Мне бы ботал бы кто-то бы обузнул. Вот бы, конечно, кайф был, да. Второй разок убил пака. Мне нужен блинк-даггер, но я не могу пока гангать. Не могу пока гангать. Ну а шо, как мне еще фармить? Я бы, блядь, этих типов молнии 40 минут бы фармил. Акс. Акс лоу хп здесь был, кстати. Акс лоу хп был. Не-не, тут дохуя. Я тут не выживал. Ну, минус мой пойдет. Крипов, крипов, фарми, брат. Это я подхуел. Что-то я подохуел. Ну, о, нормально. Вот видите, как отличается нормальная тима от тимы долбоеба. Да, я подохуел, но я стянул всех героев сюда. Сколько они времени там вокруг меня бегали. Плохо придумал, мои да. Типы просто пришли и выебли их в жопу. Чё? Чёвый размен? Охуенный размен. Двоих. Нужно с ультайла. Чё страшно? Есть ульт? Нет, у меня сука, ну, вот они меня забрал. Не любят, а? Увел. Ну, пугно. Сильно не дави, давай башню вот заберем. Пугно, блядь. Где хоть какой-то сейф? Где хоть какая-то помощь? Ноль помощи. Сейчас, сука, иди. Я иду на него, иду. Блядь, ну и рак. Сейчас еще левел апну, змейки круче станут, да? Эктарин нужен. Мне нужно, ну не знаю, ну, у нас типа... Вивера ПК фармит. Не знаю, у него вообще. Где очень его шмотки нет. За 15 минут? Мы на раз-то можем забатить. Вот он сейчас забатит. Хорошо. У меня маны нет, правда. Что я должен был делать? Давай нажимать. Блять, я ошибся с блоском, конечно. Отлично, парень. Нормально. Пойдет. Ура, лульт. Я пока убил мидпушку. Нравится? Не думаю. Пошли по боту пушить, ребят, три героя мертвых. Надо пушить. Бля, сейчас он по боту. Не прилетел.
Ебать, вот это в натуре мертвяк на войде. Ты там, конечно, загулял, там все, пиздец. Да, забейте, не идите. У меня отрывала, через 50 секунд к вам телепорта прилечу. Уходите, уходите лучше. Кто может уходить? О, золотые, блядь. Шуму его радует. Бля, что-то в голос. Я не знаю, может БКБ селочку пить. Хрона плюс этот, плюс Акс. И еще есть Бласт. По факту, как будто бы БКБ вообще ничего не даст. Я его клича убил. Все, все, куда ты, Раста, куда? Бля, ну что за хуйня? Почему в тимфайтах так систем жестко? Ну надо БКБ, ладно, надо БКБ. Ну рефрешер это полная хуйня. Не подставьте спой. Куда вы идете, блять? Вот один вопрос. Так, сейчас раскидать, вы должны раскидать, раскидать, раскидать. Раскидывайте, что убедите. Я просто не понимаю, зачем так далеко идти. Как далеко, нормально что? Давай скупо. Компакт вебок на сосочку. Да, 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 да. Тэп возьми, тэп возьми, беги в мою сторону. Почти здесь. Ну, сука. Я чем тебе показал сейв? Найс. Я не могу помочь, меня тоже убьют. Да кто вы, блядь, проебываете? У нас керри нахуй в игре, блядь, 27 минута, 5-3-6. Может, керри в игре нет. Смог есть лавки, можем выйти кого-то убить. Чело, счет 5-3-6, его нет в игре. Тем более в лейте, мне кажется, мы сильнее, чем они, блядь, намного. У нас, блядь, имба просто ебейшая, нахуй, которая в соло всех убьет. По-любому уже подставят, правильно? Он же долбоеб на пати, он уже столько раз уже подставлялся. Да, сейчас ебнет арбу, мы его ебнем. Ну давай, иди фарми крипов, Алёша. Хорошо, нет. Фу, блядь. Ебать, если б не убил, я бы охуел. Всё, ревнул. Блядь, ульту чуть-чуть не успел поставить, блядь, сука. Ну лучше в мире за рулем. Я уже думаю, травела просто купить, чтобы быстрее подбегать. Травела, чтобы быстрее подбегать. Учить прикола. Я бегу как могу. Какой ключа убрал? Это помощь. Вот по идее, ты на меня в БКБ можешь второй себе нажимать. Я не уверен на 100%, но вроде можешь. Ты про меня имеешь? Да-да-да, он меня может. Ну ты можешь на меня декрип нажимать в БКБ. Если ты в БКБ, нет. Можно, можно. Бля, там Макс снизу. Цепляйте его, мне 5 секунд до телепорта. Я бегу. Он блинк вроде потратил, не? Блять, я не могу тэпнуться теперь. Не, ну не на что. Ну, пиздец. Ну все, братан, ты уже там один. Жми, жми, жми таймлап. Убегай, убегай. Я бегу, но я далековато, парни. Высасываю, 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 парни. Блять, он агр на меня нажал просто. Сбил. Да, работает, слушай, и правда. Thank you.
тебе хит дам. Не дам. Купол. Но мы тут тоже порешали вроде. Ебаш, ебаш. Ну, сам виверок ебет нормально. Нет. Ну ладно. Я не знаю, считай, не справился с управлением, пи***ц. А вы там Акса пи***ли. Знаете, в чем проблемка? В том, что, ну, именно в лобовой атаке шаман очень плох, если есть против тебя БКБшки. Ой, персонажи, которые через БКБ пробивают. То есть фишка на самом деле шамана в том, что ты можешь на какого-нибудь керри прыгнуть под БКБ и просто, ну, убить его в соло, прям при противниках. Вот. Но если там есть Акс или есть какой-нибудь Воид, да, то есть они как бы не дадут так просто убить. Ах, одна фонтан, блядь, мы не знаем. Жёстко. Пиздец. Бля, пудно жить. Меня заперли тоже, я не могу тебя засейвить. И этот замерз, да ебать, да, бро. Жми, жми ульту. Я в башу. Да я тренд. Ага. Ну типа это конец, это вот смотри. На самом деле дефолтная история, когда в конце катки типы начинают да? Булки расслаблять. Ой, божечки. За минут 15 сделай. Зато как негативно начиналась эта игра. Ой, у нас пик плохой, шаман говно, это не надо было пикать, то не надо было делать, некрофос у меня всегда... Но мне на самом деле, ладно, когда вот, ну, типа, на какого-то нестандартного мидера пиздят, я еще могу понять, ну, типа, шаман в миде, это, мягко говоря, не часто можно увидеть, и поэтому скептическое отношение к шаману понять можно, но когда в твоей команде есть некрофос, и типа, ну, он реально имбапача, его там подрезали, но он все равно имбалансный по-прежнему. Говорить о том, что да за меня все некрофосы кончены. Это типа, это настолько тупо. Ну, тут же дело не в герое, правильно? Тут же не в герое дело, а в игроках. Если человек даже на некрофосе конченый, представь, насколько был бы конченым, если бы он взял какого-то обычного среднестатистического оффлейнера.